Всем привет! Смотрим куры Брама темная. Огромные куры, красивые куры такие. Ну, очень красивые. Мне очень нравится эта порода. Сделаем вид сверху. Красавчики такие ручные. Курочки. Сегодня не так холодно, минус 2. Курочек выпустила немножко погулять. Характеристику я рассказываю, там много уже рассказывала я характеристику темной брамы. Несколько слов скажу сейчас, может кто-то первый раз попал на мой канал. Птица мясо-яичного направления, очень огромная. Петух и до 7 килограмм может дотянуть на откорме. Если племенной, то, конечно, его нужно немножко удерживать на диете. Курочка при откорме старшая, если поставить на откорм, тоже может 4,5 килограмма и 5 потянуть на откорме уже старшая курочка. Несут крупное яйцо. То 50 яиц точно снесет курочка за сезон. Инстинкт насиживания. Садится на гнездо. Высиживает маленьких. Но так как тяжелая курочка, то я под них не ставлю яйцо. Не оставляю под ними яйцо. Потому что может подушить кладку. Такая огромная курочка. Мясной птицы нужно обязательно в рацион включать овес, чтобы птица, племенная птица не ожирела, потому что от ожирения у нее яйцекладка уменьшается, так как я занимаюсь племенной птицей. Я обязательно включаю в рацион овес. Ну, 2 петушка сейчас пришли. Гребешок у темной брамы широковидный. Широковидный, гороховидный. У курочек не развит. Вот такой маленький вот петушок. Вот курочка вот уже, ей уже будет 2 года летом. Вот у нее такой маленький гребешок совсем. У брамы не должны свисать гребешки. Вот такие вот маленькие гребешки. У курочек не развинутые. У брамы нельзя. Если у брамы гребешок высокий, широкий, упал на бок, это очень, это брак. Это брак, это недопустимо. Такой птицы. Вот такой вот очень маленький гребешочек. Но даже петушок, вот он старший вот уже у меня, тоже ему будет 2 года. Вот смотрите, какой у него аккуратный гребешок. Даже у петушков вот такие аккуратные гребешки. Стоячий невысокий гребешок. Мне очень нравится наблюдать за птицей. Это снимает стресс, переживания всякие. Я хочу посоветовать людям, у кого стресс, у кого много негативных эмоций, которые очень влияют на наше здоровье, просто убивают, просто включают самоуничтожение организма. Я советую заниматься чем можно, какими-то зверяками, какая-то кошечка, собачка, птица. То, чем может. Не каждый же может иметь курицу. Я не за кур говорю. Я говорю вообще ближе к природе. Он снимается стресс. Потому что гормоны стресса, они разрушаются в организме при активных каких-то вот действиях физических, при хороших эмоциональных вот впечатлениях, забота о ком-то. Забота, особенно вот за, ну, за собачка, кошечка, птица, то, чем любит заниматься. Норками занимаются люди, андатрами, то, чем любит заниматься, попугайчиками. Это помогает сохранить здоровье.
Всем пока, берегите себя.